ходили без. Куда ступать, зачем идти? Опустились руки, поднялись корни, монету на удачу, руку черт не дерни. Первая дорога — сидеть, ждать смирно, быть каменно спокойным, быть абсолютно мирным. Только ветер знает, сколько нужно силы, чтобы не слететь с катушек и ждать судьбы красиво. Второй выбор мне — стряхнуть пыль, сорваться. Извините, мол, но не могу остаться. И лететь, мчаться в неизвестность зимы. А как замерзнуть просто, знают зверь. Знаю телефона провода. Это третий путь будет всем всегда, 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 всегда.